Всем привет, люди, по сторону экрана, я Неркин, и сегодня продолжаем играть на сервере Mindhack. Ну что же, это уже вторая часть, и как всегда, я начну с уже как бы в привычку вошло, что я сначала отчитываюсь, что я сделал в любых летсплеях, а потом уже начинаем играть. Ну что же, если так судить, то я офигеть как много сделал. За этих пару дней, с пятницы я много сделал, но я сделал не очень-то много, шучу много. Времени было. Я целые выходные провел в Майнхаке, то есть, как бы, на Майнхаке или в Майнхаке. На серве, короче, в общем, я провел много времени. И много чего построил. Сейчас я напишу. На сервере сейчас играет Dodge Smash и Силант. Так что... Ну, они не будут писать вообще, потому что они заняты фермой. Кстати, давайте я вам покажу ферму сегодня же. Какая ферма там у нас уже есть. Так, ну что же. Первое покажу то, что я уже переехал с того дома. То есть я уехал от мамочки жить. Взял свой дом. Поставил свой портал. Хаб сделал. Ну, в хаб мы пойдем немножечко позднее. Убили мне одного. На двух жителей мне стало меньше, потому что спасибо Пауль Скриптуму, который забыл закрыть вот там двери. И зомби пришел и сожрал моего... священника. Он отбивался... Ай! Господи. Мой священник... Блин, мне даже стрел не то. Мой священник отбивался святой водой и... жотворящим крестом, но все равно ничего не помогло. Зомби сожрал его плоть. И тот стал зомби. Также поменял текстурпак. Текстурпак называется Faceful. 64 на 64. Так, здесь у меня коблстоун лежит. Здесь у меня булыжник. Тут песок, песчаник и тому подобное. Здесь всякий хлам. Тут у меня много глаз и ичек эндера. Потом здесь все растения и тому подобное. Здесь еда. Вкусная мука как-то попала, не знаю. Здесь у меня грязь. Как вы видите, немного... Так, булыжник, песок. Какого черта песок сделать в дереве? Так, дерево, доски и тому подобное. Здесь... камень и каменные кирпичи. В скором времени, кстати, я вам еще покажу. Я еще не доделал, но все же я решил записать сегодня видео, потому что, чтобы было какое-то видео. Вот здесь будет, не будет эта коробка, ее не будет здесь. Она будет поприкольнее смотреться. Потому что, ну, это же коробка, фу, ненавижу коробки. Пока что на данный момент это коробка, потому что я занимался там адом и тому подобное. Не адом, а эндером. Так, эндер миром. Так, здесь он показал, что у нас так, здесь камень, булыжник, ну подобное, господи, мне столько слов паразитов. Здесь, я не знаю, что я здесь положил, здесь, наверное, пустой был сундук, здесь уголь, драгоценности и тому подобное. Надо будет избавиться от этого слова. Здесь у меня все дорогие вещи, которые у меня есть, то есть это книжечки зачарованные, обсидиан, сящиеся пыль, еда... золотой слиток, железные блоки, алмазы. Так, потому что я решил все-таки поставить. Я доверяю всем на Майнхаке, кроме Скитлса. Потому что я не знаю, кто это за Скитлс такой. И я ему не буду доверять. Вот такой вот плохой вот я, да. И поэтому я решил, все же, я не очень хорошо-то его знаю. И кто его знает, кто может прийти в любой момент и... Какого? Чёрта. Кто это? Блин, а это крипер, наверное. Ладно. И поэтому для каждого эндер сундук свой, то есть, если, например, сюда придет Силант и откроет, то он будет видеть свои вещи, которые положил в сундук. Так, здесь драгоценности такие на минимуме. Здесь ничего нету. Тут вроде пустой сундук, и тут тоже пустой, да. Идем вниз. Нужно поднять вот немножечко на один блок, потому что я считаю, что ударяюсь головой. Стан немножечко смотрится. Так, здесь я пока что не закончил. Там не закончил, там будет у меня много ферм, там будет огромнейшее здание, оно будет... Оф, где-то еще... Ох, на много-много блоков продвигаться. Так, небольшой скачок увидели только что, так как я немного отвлекся. Я не помню, чем... эта комната будет очень огромная, реально огромная комната. Ух, там и фермы и так далее. Здесь у меня будет моя комната, в которой я буду спать. Да, буду спать. Здесь я поместил две комнаты. Это комната алхимическая, но потом мне нужно... Мы перейдем на версию 1.5. Я весь тот, как его называют, адский камень, я его переплавлю на... Ой, стоп, это что? А я не помню, что это... А Незерак, вот, Незерак, вспомнил, переправил на адский камень и сделаю здесь половину этого, где-то вот по этот блок, я сделаю
Вот тут адским булыжником. Так, тут у меня лежит все для вот этих штук, финтифлюшечек, для алхимии. Здесь я пару зелий сделал, то есть взрывное зелье регенерации, нестойкости и взрывное зелье нестойкости. Так, здесь плавильня, тут везде лежит по 8 этих, по 8 единиц угля. Так, ну, вроде бы все, что я сделал пока что на данный момент. Я не знаю, сколько я буду еще играть на серве. Ну, то есть, не то, что играть. Я буду играть долго, но на этой неделе. Потому что времени снимать у меня не очень-то много. И играть, потому что шаг, академия компьютерная, и у меня нет времени даже, если честно. Так что это зомби-житель. Нет, это не зомби. Нет, это не зомби-житель. Интересно, лутинг выпадет? Нет, не выпал лутинг. Оно сгорает, наверное, да? Да, наверное, сгорает. Так, и что же, отправимся, наверное, в ад... не вата. Ну ладно, не буду его трогать. Отправимся в ад, а потом уже в Эндер. Не только кнопку нажал. Так, ну что же, вот такой хаб себе сделал. Он маленький, уютненький, потому что... Так, уютненький, маленький и нереально понравился он. Не знаю, ну простенький такой дизайн, это моб... Ну, даже не знаю, что сказать. Вот простенький дизайн, который мне понравился. Да, Силан говорил, что в скором времени хаб будет переделываться, то есть он будет больше становиться. Мы переделаем, но я не думаю, что он затронет на эту комнату, но если затронет, то я ее переделаю. Вот здесь я вообще сглупил, потому что, вот видите, я нажимаю, да, а они срабатывают, потому что нужно поставить. Так что мне нужно пока что зажать на эту кнопочку, на... W, и потом уже только ехать, потому что я сглупил. Но потом я поставлю, ну, где-то после этой серии я займусь этим. Потому что я сейчас пока что хочу вам сделать вот такой отчет о том, что я сделал. Потому что времени что-то играть сейчас нету. Сейчас я пришел только что со школы. Нужно получить уроки со школы, получить уроки с академии. Потому что сегодня идти статься. Не хочу... Ладно, это пока что мои проблемы, мои траблы, которые я решу, конечно же, потому что если я их не решу, то я не буду играть в Майнкрафт. Да. Нет, не потому что наказывают родители, а потому что я сам решу, потому что мне нужно будет учить. Я все-таки учусь на программиста. И нужно быть программистом. Куда она упала? Вот все. Мне нужно это учить, потому что это моя будущая профессия. Не все же буду я Ютубом заниматься. Согласитесь. Так. Сюда, сюда и тем. Так, слава богу, мы поехали. Тут я не знаю, зачем я сделал вот эти полублоки, потому что мне реально бесит, потому что вот сейчас нужно приготовиться и сейчас вот так бить. Вот так вот. Вот, бац, убить, потому что вот там я могу откатиться обратно и просто упасть. И просто поехать обратно, точнее. То есть удариться об этот блок и поехать обратно. У меня такое 100 раз было уже, честное слово. Так. Депортируем всегда. Супер. Мы в Стронгхолде. Что у нас здесь? Ой. Стрим дверь. Нет. Так. Здесь мы разламываем. Я здесь где-то видел Силанта. Фак. Он где-то же здесь был. Странно. Так, хорошо, нам в ту сторону. Пока что даже их не активировал. Так, не все же он на серве. Я не знаю. А, он, наверное, внизу их активирует. Ага, понятно. Ладно. Первый раз я построил эту, как ее называют. Построил... Как ее? Блин. Вот. Так, свалим с места преступления. Первый раз построил на адской дороге, вот этот, на адском
Назарать, в общем, на этой штуке. Я построил сам ее, но я сделал неправильно. Силат, конечно, не ругал, но все же я сделал плохо, и он решил переделать. Я думаю, мы ж вниз скатимся. У нас сила... Так, так, ладно, хорошо, мы не скатимся вниз. А, ну вот, какого черта? Вот сейчас я могу... А, это стрела, ну ладно. Вот скотина. Опа, 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 опа. Так. Ну что же, у меня пока что вещей нет никаких. А, я положу это и это. Так, ну что же, пока что работает она вот так вот. Тут бегает Силант, он выпал с мира. Да-да-да, все же он ставит вот там вот эти рычажки, хорошо. Ладно, тогда, ну, пока что здесь мы просто зачаровываем. То есть, вот, здесь много-много-много-много-много. Здесь книжечки, если мы хотим зачаровать. Ух, тут уже побольше стало. Так, это Андреечкин, это, не знаю, чей. Короче, здесь много, но я их не беру, потому что каждое чужое. Сейчас вам даже покажу концепцию, как она работает. Наверное, уже и все видели, то есть все уже видели у всех других летсплейщиков игроков Майнхака, но все же я хочу вам показать. Если мы нажмем вот этот рычажок, то вот эта штучка упадет, и если я нажму XP мод on, то они сейчас будут падать. Сейчас они пойдут, вот. Они начали падать, и они просто умирают без опыта. Если я поставлю вниз, то они будут падать и просто получать урон и относительно получать... О, собака зашла. Так, я получу относительно урон. То есть, сколько там, 20 тысяч сердечек, не знаю, сколько сердечек. И то я их сейчас выключу, ждите, потому что их много здесь. И давайте сейчас пока что... Думаю, мне на 50 вы должны хватить. И мы просто их подходим и валим. Так что просто... А, вот, все. Вот. Ну, походим и хвалим. И считанные секунды, то есть где-то за минуту я даже засекал, даже меньше, за 40 секунд я набираю 50 левел. Ну, смотрите, как это же круто, правда, вот видите, смотрите. 17 уровень уже, пара секунд, сейчас будет 30-й. Мы сейчас зачаруем с вами какую-то книжечку, не знаю. На что зачаруем, на что попадется. В принципе, это все, что я хотел вам показать. Зачаруем, конечно же, наберем 30 уровень. Я вот не знаю, как мне сейчас скомментировать, так давайте мы выключим, потому что они еще будут их много, а мне их потом еще убивать надо. Сейчас это будет еще освещение, если не ошибаюсь. И все они там испанятся. Эх. Но все же, ферма мне очень понравилась, потому что Силан занимается этой фермой, он просто непрерывно занимается. Вот, ну, конечно, по этим выходным он заходил всего пару раз. Не знаю, ну, не у каждого свои проблемы и тому подобное. То есть я хочу, чтобы... Ему чем-то помочь, но все же я как-то порчу иногда. То есть он написал, я ему раз помог, но неправильно помог. Хотел ему сделать прикольную штуку, но не получилось, потому что я сделал финоприкосяк не так, как он планировал. И он сказал, что ферма это дело его рук. То есть он ценит, конечно же, мою эту, мою поддержку. Так. Ой, ценит мою поддержку и... Ну, все же он решил, что это его проект. Так, люди, наверное, не буду показывать, потому что сейчас умру. Это будет реально плохо. А пока что на этом все. Поэтому мы будем прощаться. Вышла серия немножечко странная, но все же я, у меня нет времени, и я записывал все это быстро, чтобы успеть все вам показать. А пока что на этом все. Я вас рад был. А что я несу? Я говорю сейчас с монитором, где написано Майнкрафт. И это реально странно, но пока что я вам скажу. Всем спасибо за просмотр, лайки, подписка и пока.